Вот смотрите, в чем прикол. Видите, вот это вот Дима Кореев. Вот его зовут Дима Кореев. Да, он работает в салоне Divine. Вот. Вот к Диме Корееву. Можно идти, блин, все безопасно. Конечно, идти-то можно безопасно. Он, видите, он в маске. Но юмор в чем? Две недели нельзя было пробиться просто вообще, вот просто вот на прием. Дима, я верный вашему салону, я даже не помню сколько, 6-7 лет, сколько? От начала, да. Начало. Да, сколько вам лет? Вот я не помню. А к тебе вообще не пробиться никак, ничего, просто вообще не пройти. Подожди, ты что, дезинфицируешь средства, что ли? Обязательно. Ёлки-палки. Смотрите, вот так вот происходит это в период повышенной готовности к этой гребаной эпидемии коронавируса. Дима Кореев дезинфицирует все свои средства. Вот, выбирает там всякое разно. Даже моем руки иногда. Слышишь? Ну я-то руки мою-то, извини меня. Вот, ну две недели нельзя было к тебе пробиться. Я зарос, смотри. На карантине. Все, да, карантине. Да, отключаю, давай работать. Давай. Поехали. И борода тоже. Давай сразу так, мало ли там, на месяц, на два, сколько там у нас будет, да. Давай уже вот как можно покороче. Молодец. Поехали? Давай. Все, отключаю.